В первый класс с новым портфелем и хорошим настроением. Старые друзья воспитанников детского дома, участники волонтерского движения «Добрые сердца» нефтяной компании «Башнефтьполюс» навестили ребят перед Днем знаний и подарили будущим первоклассникам необходимые школьные принадлежности. Будущие первоклассники Сергей и Софья – главные виновники встречи, с большим любопытством и удовольствием исследуют содержимое новеньких портфелей. Сережа и Соня – участники волонтерского движения «Добрые сердца», знакомы уже давно. Навещали малышей в доме малютки, который ООО «Башнефтьполюс» патронирует практически с начала своей работы в Ненецком округе. Вот это вот движение волонтерское, оно сотрудничает с детским домом уже очень давно. Несколько раз в год они приезжают, приурочивают свои приезды к каким-то ключевым событиям. И всегда, прежде чем приехать, они интересуются, какую помощь необходимо оказать. Поэтому огромное им спасибо за такое неравнодушие, за то, что они хорошо так относятся к нашим деткам. С удовольствием. Каждый принимает участие. У нас очень большое количество сотрудников находится на месторождении. Даже на месторождениях люди откликаются, чтобы как-то посодействовать этой акции, чтобы каждый ребенок получил приз, подарок, внимание. Яркие краски, разноцветные фломастеры, мелки, карандаши и ручки. Все, что необходимо для успешной учебы, получили не только Соня и Сережа, но и все ученики начальных классов. Совсем скоро они пойдут в городские школы, а это значит, что необходимо знать, как вести себя на проезжей части дороги. Нефтяники решили в игровой форме напомнить ребятам, как правильно ее переходить и что означают дорожные знаки. Что за лошадь? Вся в полоску, на дороге загорает. Люди едут и идут, а она не убегает. Зебра. Зебра или как мы еще называем? Пешеходный переход. Молодцы. Ребята с удовольствием отгадывали загадки и отвечали на вопросы. Завершилась дружеская встреча традиционно общей фотографией. В следующий раз волонтеры из нефтяной компании приедут в декабре, в канун Нового года. И, как всегда, привезут много подарков. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север».